вчера Софья очень удивилась, что мы не пили какой-то местный напиток. Что это за напиток? Тимбуля. Это же очень популярная фирменная и местная напиток в Хайнане. Ни одного человека не знает. Кто не пробовал бы, да? Я имею в виду, что все попробовали ее. А, все попробовали, да. Кроме нас, видимо. Да. Да, ну пойдем. Поэтому я обязательно приглашаю вас на напитки. А, на напитки. Хорошо. Еще раз. Тимбулян? Да. Тимбулян. Тимбулян. Угу. Ну что, идем пробовать? А у него какая-то история у этого напитка, может быть, есть? Какая-то история есть? Я нет? Не знаю, нет. Просто популярный? Да, просто популярный. И вкусный. Хорошо, сейчас узнаю. Сейчас мы знаем. Ага. Кокос, а второй молоко, а потом тимбуля. Тимбуля. А, то есть называется так? Надо назвать такой. Кокосовый и с арбузами. С фруктами. Да, 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 сразу. Хорошо. Очень вкусно. Давай. Хорошо. Вы можете сам выбирать. А что добавить? Да, да, да. Давай ты выбирай. А мы... Тогда все? Да. Хорошо. Отличный выбор. Что такое черное вот это? Это что это? Не знаю, как перевести, не знаю. Что... Какой вкус, на что похоже? Чуть-чуть сладкий. Чуть-чуть сладкий? И как желе, да, такой? Да-да-да, желе. А даже внутри кокос. Да. А, мякоть кокоса. Мы можем на улице. А, на улицу? Да. Пойдем так на улицу. Пойдем. Тебя ждем. Короче, здесь кокосовое молоко, да, да, и фрукты. Молоко и фрукты разные. Начало хорошее. Сладкие. Начало хорошее. О, здесь лед еще есть. Да. Это фасоль. Кукуруза. Нет, вот фиолетовая. Вкусно. Вкусно. У нас фасоль кладут в соленые супы. И кукуруза тоже соленая. Поэтому очень непривычно, но очень вкусно, кстати. Фасоль и кукуруза очень непривычно, конечно, что в сладком находится. Но на удивление вкусно. Такой свежий, свежий вкус. Тебе это понравилось? Я задокументирую момент, когда мы выгребаем последние капельки. Говорят, здесь в жару его пьют.